Призовые места заняли воспитанники подольского клуба «Факел» в турнире по универсальному бою. В соревнованиях участвовали спортсмены из Центрального федерального округа. О том, как и где готовят настоящих мужчин, в нашем сюжете. Миша, бить надо? Миша, давай работай, бить. Универсальный или армейский рукопашный бой – это вид спорта, который вобрал в себя технику и приемы из различных видов единоборств. В силе, тактике, ударам и выносливости в гражданско-патриотическом клубе «Факел» мальчиков обучают с 3 лет, закаляют характер и укрепляют дух. Я не боюсь на улице то, что на меня там могут напасть. И чувствую себя уверенно, могу защитить свою семью, друзей. Этим парням есть на кого равняться. Их тренеры в свое время служили в горячих точках. Прошли Афганистан и Чечню, умеют обращаться с оружием и совершили не одну сотню прыжков с парашютом. Вот таких парашютов совершают прыжки десантники. Они учат детей выживать в экстремальных ситуациях. В клубе проводятся уроки мужества. Будущие защитники Отечества уже на «ты» с автоматами и готовы к службе в армии. Это патриотический клуб, и благодаря ему, в общем, мотивация такая произошла, чтобы поступать в военную академию. Сегодня в клубе «Факел» занимаются 70 юношей. Для девочек исключения не делается. Дети с ограниченными физическими возможностями также развивают силу и ловкость. Выпуская своих воспитанников во взрослую самостоятельную жизнь, тренер знает о том, как складывается судьба каждого. Очень много воспитанников отслужило, уже продемилитаризовались, уже мы им помогаем устраиваться, называются государственные органы, ФСБ, ФСО, в ОМОНе, подростков ребята служат. Ненавязчиво, без нравоучений, только личным примером и историями из жизни – тренеры клуба «Факел» готовят настоящих мужчин. У них это хорошо получается. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья из Подольска.